Друзья, всем привет! Нахожусь, как обычно, на авторынке «Зеленый угол». Сегодня возьмем машины подешевле. Начал снимать подороже, говорите, давайте что-нибудь подешевле. Напоминаю, занимаюсь я помощью при покупке автомобилей. Проверяю автомобили и на авторынке, и по городу, и Уссурийск, и Артем, в принципе, по всему Приморскому краю. Стоимость проверки одного автомобиля в городе Владивосток 2000 рублей. Также сопровождение сделки перед покупкой, отправка авто, без разницы, морем, там, пароходами, ЖД, просто автовозами. Кому нужна помощь, звоните, пишите, телефон у меня один. Телефон мой закреплен под каждым видео в описании ролика. Сегодня у нас будет розыгрыш проверки, бесплатной проверки одного автомобиля. Будет он, наверное, в конце. И напоминаю, я не уехал, я в городе. Не будет меня с 15 сентября по или 26, или 27 сентября. Не забываем то, что авторынок у нас большой. Не забываем верхние, дальние стояночки. Сейчас находимся на одной из них. То есть, чтобы было понимание, да, нахожусь на самом-самом верху. Это вторая стоянка. При въезде на авторынок справа, въезд, вон там он, внизу. Многие просто до сюда не доходят. Либо дошли, допустим, до серединки, да. А вот здесь вот такой закуточек, а там машинки стоят. Да, там стоит как бы мало автомобилей. Там всего 3 автомобиля стоит. Но, возможно, это тот автомобиль, который ищете именно вы. Также есть у меня и поиск автомобиля. То есть вы можете заказать, допустим, ну, хотите вы себе Вица, да. Денег у вас там 600 тысяч, 620 тысяч. Вообще, что такое поиск автомобиля? Мы с вами обговорили состояние, цвет, параметры, комплектацию автомобиля. Я пересмотрю абсолютно все автомобили, которые есть на авторынке. Выберу самый лучший. То есть, один вариант вы не получите. Вы получите подборочку из нескольких автомобилей. Из таких, из самых достойных. И уже из них будем выбирать. Так, не знаю, есть здесь цена, не здесь цены. Приветствую. Вот что-то заехало у нас. Bluebird заехал. Редкий такой автомобиль. Не знаю, есть здесь ценник, нет. В общем, идем смотрим. Suzuki Alto. Самый дешевый автомобиль. Практически самый дешевый. 17-й год, вся целая. Аукцион 4 балла. При покупке таких автомобилей будьте внимательны. Потому что есть грузовые комплектации, как, допустим, данный автомобиль. Он закрыт. У него лавка задняя 90 градусов, даже вот, даже меньше получается. И у него даже в таких автомобилях нет сзади стеклоподъемников. Есть комплектации пассажирские, но там цена будет чуть повыше. Красненькая стоит, так, красненькая, это Mazda Carol, Alto, автомобили, они одинаковые. 365 тысяч. 16-й год, бензин, вариатор, суперсалон, айстоп, ну, короче говоря, все дела. Вот такая вот небольшая маленькая коробчонка, само то для начинающих, само то. Танта, микровенчик с высокой крышей, тоже практичный такой автомобиль. С кейкарами вообще все сложно, вот честное слово, я не буду скрывать, говорю, как оно есть. Найти целый кейкар, да ту же самую Танта, с маленьким пробегом, очень-очень сложно. 470 тысяч. Танта, 17-й год. 465 тысяч. Кстати, недавно проверял вот такой вот автомобиль, это уже свежий. Suzuki, 17-й год, он идет гибрид, довольно неплохо. Вот единственное, морду, да, поменяли бы у него, морда у него такая какая-то смешная, если честно. Мне он вкатил, ну, понравился по салончику, да, у него там куча опций есть, тоже автомобиль закрытый. Ну, довольно неплохо, я вам скажу. Надо, в общем, найти будет, чтобы он открытый был. Всеми любимый Nissan Note. Любимые наши друзья идут. 4 камеры, 1.2, пробег 29 тысяч. Автомобиль 4 ВД.
Honda Grace, седан, седан от Honda. Есть гибрид, есть передний привод, есть 4WD, робот, вариатор. Но автомобиль такой почему-то вот, почему-то не очень, спрашивает его. Привет. Хотя автомобиль заслуживает внимания. Corolla Axio, 18 год, 1.3, есть полторашки, коробка, вариатор. Двигатель 1.3, либо полуторалитровые. Mazda кто-то спрашивает. Ребят, ну вот, Mazda очень мало на рынке. Неважно, что это, хэтчбэк, седан, та же самая Бианте. 18 год, 1.6, аукционник, 4 балла, пробег 94 тысячи. Цена, к сожалению, не указана на данный автомобиль. А что касается, опять же, говорю постоянно, всегда, всем. В Инстаграме начал очень много говорить, чуть ли не каждый день. Ребят, машина у нас на Дроме. Сайт drom.ru. Сайт Авито, Автору у нас не актуальны. Берем Вица, 575 тысяч. На Авито, на Автору. За 400 тысяч вам предлагают. Там чуть ли не идеально, поверьте, ну, подарков таких, ну, не бывает таких подарков, не бывает. Автомобиля этого не будет в наличии, он будет под заказ, там, в пути. По итогу, идеальный автомобиль вам не привезут. И K-Space, комплектация Custom, тоже неплохо так смотрится. Штатное литье, хорошая резина. Ага, ага, цены нет. Так, что там? Танта у нас стоит, 4WD. Цена не указана. Зато вот такой вот мишка тут есть какой-то. Наверное, тетя ездила. Редкий автомобиль, редкий экземпляр. Паса Сета, 670 тысяч. Такой небольшой хэтчбэк. Хотите верьте, хотите нет. Три ряда сидений. Nissan Days. Простая комплектация. 440 тысяч. 3,5 балла. Поэтому заходите в сайт drom.ru. Ставьте регион, Приморский край, город Владивосток. Автомобили в наличии, автомобили с документами, автомобили в пути, под заказ мы не смотрим. Далее, что касается аукционных автомобилей, именно с аукциона, да, Рактис, 700 тысяч, 1,5 литра. Я не хочу наговаривать на аукционные компании, но аукцион — это кот в мешке, в том плане, то что аукционная компания, продавец везет автомобиль, покупает его как бальный, как целый, как не битый, как не крашеный. Ты приходишь на проверку, начинаешь проверять, а идет несовпадение с аукционными листами. Что-то где-то кто-то в Японии не доглядел. Пробеги не скручивают, но несовпадение по состоянию кузова есть. Дальше. То же самое касается и гибридов, да, по большей, наверное, части. Ну, как вы посмотрите состояние батареи? У вас же не будет там распечатки. 520 тысяч, каст, Дайхатсу. У вас же не будет там распечатки сканера, правильно? Вот буквально недавно, когда было, пару дней назад, подписчик приехал с Москвы, смотрели ему в Воксе гибрид. Машина бальная, 4 балла, сотка пробег. Аукционный лист без замечаний в плане... В переводе там есть специальная графа, да, в колоночке. Никаких пометок нету. Я имею в виду инспектора. А батарея все под замену. Там сходу сканер подключили и пишет прям. Элементы под замену. Пробег 710 тысяч. Еще один. 695 тысяч. Поэтому, конечно... Гибриды надо проверять, надо подключать к сканеру. Что-то с аукционником натворили, как-то его пополам порвали. 950 тысяч. Сиента, 4WD. А с сиентами все проблематично в плане, именно с гибридными их просто нет. Так, что мы тут пропустили?
Мира 4ВД, 415 тысяч. Рактис, 11-й год, 4ВД, цены нет. Еще один голубой. Тоже цена не указана на него. Как видите, машины есть. Машины постоянно меняются, потому что, знаете, там некоторые пишут комментарии: ой, у вас там машины годами стоят. Да они в землю уже вросли бы. То есть сегодня они есть, мы завтра можем прийти, этих автомобилей не будет. Бывает даже так, то что ходишь с людьми по авторынку, выбираешь автомобили. Ну, как правило, обычно ходим, делаем какие-то себе заметки. В итоге рынок до конца проходим. А те машины, которые были, скажем так, у нас в заметках, в пометках, чтобы рассмотреть их покупки, их уже нет. То есть вот она стоит, там через час ее может здесь уже не быть. Что касается отправки автомобилей по срокам, друзья, вопрос в транспортную компанию. Я автомобили не ввожу. По стоимости тоже. Пишите в WhatsApp слово «прайс», скину прайс. Там есть телефон транспортной компании. По срокам общайтесь с ними. Ценники попрятались. Привет. Пятьсот 95 тысяч литровый. Бун 530 тысяч. 16-й год. Вот еще раз машинка заезжает. Mitsubishi Lancer 17-й год, 535 тысяч. Пробег 630, 665. Почему разница в цене, да? Комплектация. Пробоксы есть вообще прям простые. Очень простые. О, открытый он. Прям самые деревянные. Да, вот они на крутилках. Только один стеклоподъемник. Есть где два стеклоподъемника. Есть где все четыре. Есть заднее сиденье лавкой. Есть более-менее мягкие. Пробокс чисто такой. Чисто рабочий автомобиль. О, Toyota East, редкость. Небольшой хэтчбэк, но он дорогой. Он реально дорогой. Я не знаю, почему так дорого стоит. Интересно, есть цена? Да, 790 тысяч, 4ВД. Румион, тоже хороший, такой достойный, комфортабельный автомобиль. Мало их. Полторашка, вариатор. 720 тысяч. Закрыт. Аква гибрид. Семьсот 775. Джимми 4ВД. Ну, естественно, он будет 4ВД. 07. 660 тысяч. Вот еще автомобиль заехал. Сиента. Мираж 570 тысяч. Териус Кит 465. Раз. Лиф свежий. 18-й год. Электричка. Запас хода 320 километров. Штатное литье 40 киловатт. Подогрев кресел, мультируль.
Ценник только спрятали. Так, ну все, на сегодня будем заканчивать. Спасибо, кто досмотрел до конца. Лайки, дизлайки, комментарии приветствуются. Ну и сейчас увидим победителя. А кто-то выиграет, в WhatsApp смс-ку можете позвонить. Там по срокам проверка автомобиля не ограничена. Хоть завтра, хоть через месяц, хоть через год. Ладно, смотрим победителя. Так, ну что, старт, 36 тысяч просмотров. Победитель, жду тебя в WhatsApp, смс. Так, отлично. Алексей Косолапов, Сыктывкар, 6879. Алексей, мой телефон указан под любым видео, под любыми последними видео в описании канала. Поэтому жду тебя в WhatsApp.